игрок команды РГО Ринг Нестеров Антон. Антон, сегодня ты оформил пентатрик. Если кто не знает, это 5 забитых мячей. Я дал еще и голевую передачу, то есть половину мячей сегодня. Ты поучаствовал в половине забитых мячей. Пожалуйста, прокомментируй это. Меня фотограф мотивировала. Я просил ее, когда буду забивать, фотографируй меня. Можешь кого-то выделить из своей команды, ну, помимо, конечно, твоей сегодняшней игры? Сегодня просто все играли великолепно, но хотелось услышать твое мнение. Да, все старались, все играли. Приятно, что в этом туре вообще все хорошо сыграли. Выиграли, да, тур? Выиграли же мы тур? Получается, что вы одержали победу в этом туре. Как ты считаешь, почему в этот раз удалось, а вот в предыдущих трех, к сожалению, не сложилось? Ну, мы первый год только играем, не сыгрываемся, у нас нет тренировочного совместного процесса. Вот было время, вот первый тур, второй, там совместный тур у нас был тяжелый, перелеты. Сыгрались, выступили достойно. Думаю, в следующем году покажем намного лучший результат, чем в этом. Спасибо, великолепная игра. Поздравляю. Спасибо. С победой.